Добрый вечер, друзья. Непривычно звучит, обычно я говорю «доброе утро», но мне необходимо съездить в Кандалакшу. Это город в нашей Мурманской области, где я буду проводить сборы по карате кёкусинкай, проводить экзамены. И, соответственно, поездка очень-очень рано, и вернусь очень поздно, поэтому я решил вот это 712-е наше ежедневное занятие сделать вечером для разнообразия. Я несколько раз так делал, и очень уместно как раз будет сделать, напомнить нашу практику дзоши джуан. Это столбы в положении сидя. И чтобы добавить некоторую такую интересную окраску нашей Мурманской области, этого занятия, что-то вы новое узнаете, я предлагаю вам после объяснения, напомню, что мы практически делаем, посмотреть вслед за этим мое путешествие. Там было два путешествия, даже три, на Сейдозеро. Сейдозеро – очень необычное озеро, высокогорное в Мурманской области. Туда очень много экспедиций снаряжается. В описании к видео я дам. Можете еще посмотреть фильмы, найду ссылочку, там размещу. Очень необычное. И, кстати говоря, если будет интересно, то есть такая возможность, думаю, что где-то в конце весны, в начале лета, либо в конце лета, в начале осени, можно туда снарядить экспедицию, позаниматься Ицюань и вот узнать вот это место, пообщаться с ним. Место очень необычное. Ну и в этом же фильме там как раз есть такие моменты, где я плыву вместе с проводниками, своими друзьями на лодке. И это прямо тема нашего сегодняшнего занятия, потому что столбы сидя — один из таких ключевых мыслеобразов, базовых, которых мне Яо Лаоши давал, это как раз то, что мы сидим в лодке на сиденье, лодка покачивается на волнах немножко потихонечку, вы слушаете, как птички поют, рыбки плавают, воздух вот это чувствуете, ну а у вас будет вот картинка Сейдозера, так что прямо вы можете насладиться и ярко представить себя в этом необычном месте. Соответственно, мы подключаем еще, кроме пяти наших органов чувств, еще вестибулярный аппарат за счет воображения. За счет того, что лодочка покачивается на волнах, вы немножко тоже ориентируете свое тело в пространстве. Где-то стопой надавили с одной, с другой стороны. Чувствуете, как меняется немножко, как вы ищете баланс. Ну, а по положению рук вы можете выбрать классику чинбао-джуан. Руки располагаются примерно на высоте плеч, можно чуть-чуть выше, где-то вот на этом уровне. Тибао-джуан. Аккуратно, легко кладете руки на бедра, не полностью бросаете, а вот как будто держите шар, легко касается руки, и в то же время вы контролируете, удерживаете их. Фуанчжуан. Ну, можно и тича пустить, якорьки туда запустить, можно и фубао. Вот. Ну, я бы приложил в первую очередь вот вариант чинбао, классический, либо тибао. И в этом положении, что мы делаем, напомню, вы также выпрямляете спину, как мы делаем, без напряжения, легко, за счет подвешивания макушки. Ну, а стопами касаетесь палубы нашей лодочки, чувствуете вот эту поверхность, чувствуете, как под ними вода немножко перемещается. Вот. И когда мы начинаем плыть, вы чувствуете легкое покачивание и изменения. Можно по классике добавлять сюда усилия назад, наружу, вперед, внутрь, назад, вверх, вперед, вниз, свободно по направлениям. Должно быть единое ощущение вот это вот усилий всего тела. И вы прямо вот в эту обстановку вникаете, проникаете, сливаете с ней. Лодка, замечательное пространство, и проводите в покое, в
такое путешествие на Сейд-озеро. Вот. Я вам желаю хорошо покататься со мной на лодочке, получить удовольствие. Пишите затем в комментариях, как у вас это все прошло. Ну, а уже в воскресенье мы, как обычно, в 8 утра встретимся с вами в нашем парке замечательном. Итак, настраиваемся на путешествие. Стопы примерно на ширине плеч. Между коленями тоже можно взять шарик. Придерживайте, чтобы связать наше тело внизу. Между макушкой и стопами протянули упругую связь. Можно с самим телом почувствовать. На спинку стула не облокачиваемся. Взгляд прямо, линия горизонта, подбородок чуть на себя, пальцы вытянуты, чуть подсогнуты. И комфортное состояние духа, которое отражается благожелательным выражением лица. Поехали! Легенде же самой. На них напали чуздзи. Ну, во главе с шаманом этим Куйвой. Ну, много мужчин погибло. Ну и, конечно, с этими с людьми самыми обходились очень плохо. Но в конце концов люди не вытерпели. Все мужчины со всех погостов собрались, окружили Сейд-озеро со всех сторон. Ну, в жестоких схватках перебили этих чуздей. Но остался один шаман, который пытался через эту гору выбраться из окружения. Но не смог.
и как бы, что ли, духи его распяли на этой скале. И с тех пор вот он считается злым духом. Почему вот в те времена, как бы, ну, даже по легенде, что вот самы собирались со всех погостов раз в год осенью. Как раз это рыбное время, рыба нагулявшаяся, икра, все. И вот со всех погостов представители сюда на лодках приплывали, там на оленях приходили, собирались, женщины там оставались на киндище с детьми, а мужчины переносили лодки с Лавозера сюда, приплывали, поднимались вверх под ножью, делали преподношения жертвенные, возвращались, заводили не вода, рыбу ловили, устраивали праздник. Ну вот одну из семей поочередно с каждого погоста оставляли здесь сторожить покой шамана. Это уже больше как такие артисты. Ну да, просто надо же. Не, ну это же сказал, что есть, Иришка. Нет. Петрович, он хранит тайну просто. Почему? Вчера Мишка сказал, есть, говорит. Не, одна умерла, он говорит, бабушка была. Миша сказал, бабушка Оля умерла. Не, Петрович, Миша сказал, есть. Петрович скрывает просто. У них договоренность есть. Екатерина Николаевна Коркина есть. Так. Последние годы стала шаманить. Так. Раньше не замечалась, да? Раньше не замечала. Она одна из основателей. Это письменности самской. Ага. Раньше не было. Вот у нас Коркина, Антонова, Александра Андреевна и Куруч, там, Смурманская. Вот они создали букварь, самский, обобщили, да. Ну то, что там еще был с Петрозаводска филолог Керт. Он на 4000 слов создал словарь. Они на 8000. Но то, что вот когда в школах начали факультативно детей обучать самскому языку, немножко несоответствие, потому что Лавозерский погост, Семиостровский, Йоконский, у всех разные диалекты. А они просто обобщили. Никакая рыба не поднимается. Вообще.
50-60-е годы эти захоронения поразрывали. Ну, все это вывезли в Питер, в Москву, эти этнологические музеи. Все это вывезли. Угу. Также вот в Кольском заливе там вот не так давно обнаружили поселения древние на острове Оленя. Все это вывозят просто, еще вот там сейчас ямы остались еще. Столько лет, больше полувека прошло, все заросло. Здесь, кроме этого, там еще был, на той стороне вот мы проходили на лодке, Малый могильный островок, тоже были захоронения.